Лерой Андерсон, Баглерс Холидей, аранжировка Стива Янга. Лерой Андерсон, американский композитор и дирижер, написал несколько легендарных произведений классической поп-музыки, которые остаются популярными по сей день. Многие из них были созданы для духового оркестра. Среди них «Санни Райт», «Ирландская брачка», «Праздник гарниста» и «Красавица Бала». «Праздник гарниста», который вы сейчас услышите, первоначально написан для трио трубачей и оркестра, но исполняется группами различных музыкальных инструментов, часто с большим комическим эффектом. Лерой Андерсон, «Праздник гарниста», исполняют Сергей Бабченков, Тарас Самбер, Алексей Бажалкин, Андрей Рудометкин, фаготы, Алексей Марутаев, контрфорты. Thank you.